Перше на Адреналін Фесті поєднали автомобільні змагання із мотоциклетними. Сьогодні ми побачимо дисципліну, яка називається «Станд Райдинг». Мотоциклісти витворяють шалені трюки на своїх двоколісних транспортних засобах. Це дуже екстремальний вид спорту, який характеризується високим травматизмом, і тому саме цією дисципліною займаються лише відчайдухи. Телеканал ІРД, інформаційний партнер. Ребята зараз знімають. Оценивается Станд Райдинг. Что должны делать мотоциклисты, чтобы получить высший балл? Оценивается прежде всего самое важное – это частота исполнения, насколько чисто сделан трюк. Потом оценивается сложность выступления, ну насколько сложно райдер катает, это зависит от опыта. Третье – оценивается зрелищность и легкость выступления, насколько он, ну, райдер себе позволяет это сделать. Как часто случаются аварии в таком виде спорта? Но на соревнованиях для этого есть квалификация. Если райдер проходит квалификацию, то он владеет хорошо мотоциклом, то есть он не может, в принципе, ну, очень маленький шанс аварию какую-то сделать. Занимаюсь данным видом спорта уже порядка 6 лет. До этого ездил на скутере на маленьком. И вот с детства скутер, потом потихонечку малокубатурный мотоцикл и потом большой мотоцикл. Какие трюки у вашего арсенала есть наисложнейшими? Я думаю, это самые зрелищные трюки. Это езда на баке с ногами. Это называется так называемый Jesus. Когда стоишь ногами на баке, с руки в разные стороны, ветер дует в лицо, люди радуются, всем это нравится. High chair, так называемый трюк. Когда обе ноги находятся на переднем колесе, лежат, а ты сидишь на руле и едешь в заднем колесе там по кругу, восьмерочки. То есть это все такое самое сложное, мировой уровень. Вы часто падали с мотоцикла? Падал очень много, было много очень трав, но все это расходники, ребра, пальцы, такие мелочи. Это Kawasaki Ninja 636. Стоит, ну, достаточно дорого, в районе 7-8 тисяч доларів. За рахунок чого живуть мотоциклісти? Чи то, мабуть, дуже великі призові на змаганнях? Ну, призові на соревнованиях, плюс какие-нибудь виступлення, куди нас приглашають, оплачують. Ну і так, где-то підробляю. А особисто для тебе, який найскладніший трюк, який ти можеш зробити? Їзда на переднім, максимальна дистанція. Либо езда на переднем с разворотом на 180 градусов. Классическая для стендрайдинга Kawasaki 636, 3-4 год, это самый как бы распространенный мотоцикл в станде. Здесь 636 кубиков, 130 лошадиных сил. Це твій мотоцикл чи, можливо, ці дівчата, які зараз стоять поруч? Ні, скоріше всього, мотоцикл. Ага, он со мною більше часу проводить.
ему желаем удачи в Европе, чтобы он стал победителем. Желаю удачи и дальнейших побед. Победы и только победы. Throw your hands in the air right now, man. Feel this right here. Scott Storch. Yeah, Khaled, I see you. Showbiz born law. Падал. Падал, можно сказать, немного. Мне отец мотоциклист, сам мне запрещал ездить на мотоцикле. Но я, вопреки его запретам, сам втихаря купил мотоцикл, ездил, многократно убегал. Не догонял и еще ни разу.